Привет! Вы на канале Загадочная Искорка. И сегодня я хочу рассказать свое мнение по поводу новых поняшек, пока что доступных в двух волнах и с блестками на теле, и новых сингл-минисов. Начнем-ка с минисов. Минисы мне очень понравились, особенно Sunset Shimmer, Twilight Sparkle и Rainbow Dash, или Rainbow Dash. Планирую теперь покупать коллекции. Насчет Rarity Pinkie Pie, мне они понравились, они красивые, но у меня уже есть они в виде минисов, и мне прекрасно устраивают, поэтому их покупать я не буду. Флаттершай тоже у меня есть, поэтому даже после посмотреть на промки, пока я, к сожалению, недоступна, так. Apple Jackpot коллекции, к сожалению, нет, так что если я куплю, скорее всего, такое просто центром. Но вот именно, самые мне понравившиеся, это Twilight Sparkle, Sunset Shimmer и Rainbow Dash в этой коллекции. Очень жду их продажи, хочу купить. Жду по фотографии других минисов. Новых и тех, что были представлены на Tech Fair. Выставки игрушек. По поводу пони с блестками на теле, они красивые, милые, даже некоторые из них мне даже немного понравились. Но все-таки то, что они блестки и так далее, мне не нравится, потому что, это все будет засыпаться, некрасиво вставать и вообще не по-моему. Поэтому никого покупать я из них не планирую. И, скорее всего, не куплю. Ладно. Вот это мое мнение. Пишите свое мнение в комментариях насчет новых минисов и пони. А сейчас всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока. I'm sorry, I didn't see you come in. I've been here for a while. I didn't realize. I've been trying to get your attention for like half the song. Ain't she a quiet one? Yeah, and we know some pretty shy people. Am I right? We do?